Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Поздравляю всех с Днем Победы и желаю иметь постоянно этот настрой победоносный. Такая же тема вашему вниманию – жизнь на новой земле, всепобеждающий огонь любви. Отец Абсолют практики. Читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами поговорим о том, чем является для вас такое понятие, как возрожденное сознание. Мы уже много раз говорили с вами о сознании человека пятого измерения, но я вижу, что для многих из вас пока это так и осталось теорией, недостижимым идеалом. Как вы уже знаете, во многом в этом повинны ваши все еще неизжитые привычки, которые формировались у вас из воплощения в воплощение. Постепенно, спрессовываясь в вашем подсознании в плотные блоки, поэтому и избавиться от них в одночасье очень сложно. У каждого из вас есть свои собственные индивидуальные привычки, но есть и общие шаблонные реакции, которые свойственны коллективному сознанию человечества. Вот о них мы сегодня и поговорим, поскольку, не избавившись от них, будет сложно возродить общественное сознание, что сейчас является для вас первоочередной задачей. Наконец, вы подошли к заветной черте, которая отделяет вашу старую жизнь от той, к которой вы стремитесь. И поскольку сознание человека является строительным материалом, из которого создается любое общество, то на этот раз у вас должны быть совершенно другие высоковибрационные материалы, а цементом, скрепляющим эти материалы, может стать только безусловная любовь. Сейчас перед вами стоит сверхсложная задача – пройти революционный период разоблачений страшных преступлений против человечества, правящей верхушки, не ожесточившись самим, и помочь сделать это другим. Я знаю, родные мои, что это очень непросто – сохранить в своей душе свет и любовь, не испытывая ненависти по отношению к тем, кто так долго упивался своей властью над вами на протяжении веков и тысячелетий, совершая поистине бесчеловечные поступки. Поэтому сейчас я дам вам очень сильную практику, которая поможет вам справиться со своими эмоциями и пройти достойно период перестройки вашего сознания на новую высоковибрационную волну. Назовем ее «Всепобеждающий огонь любви». Мне хочется, чтобы вы восприняли ее именно как практику, а не медитацию, поскольку она должна стать вашим спутником на каждый день и включаться в вашем сознании подобно тому, как, щелкая выключателем, вы зажигаете свет в своем жилище. Итак, каждый раз, когда вы почувствуете, что вас захлестывает волна эмоций, вам становится трудно с этим совладать, представляйте себе свое сознание в виде горящего факела. У кого-то это может быть просто яркий огонь, а у кого-то россыпь огней, подобно бенгальским. Включайте фантазию и создавайте в своем воображении тот образ, который близок именно вам. Но этот образ, всепобеждающий огонь любви, должен нести в себе энергии таких высоких вибраций, которые могли бы растворить не только ваши собственные негативные эмоции, но и низковибрационные энергии окружающих вас людей, освещая собой пространство огромных размеров и сжигая всю ненависть, агрессию, осуждение, которые неизменно возникают по отношению к преступникам и будут буквально витать в воздухе. Другими словами,
Ваш факел призван очищать своим божественным огнем не только ваше сознание, но и коллективное сознание человечества. Пусть вашей душе останется лишь благодарность за то, что люди увидели истинную картину происходящего, какой бы страшной она ни была. Свершилось главное. Все тайное стало явным, и человечество прозрело. Но чтобы достойно пройти этот самый важный урок вашей жизни, вам нужно вынести из него не ненависть и ожесточение, а свет и любовь, которые осветят вам путь в новую жизнь в пятом измерении. И я благословляю вас на это, любящий безмерно. Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему «Всепобеждающий огонь любви». Маленькое дополнение. Мы сейчас с вами можем создать групповую программу. Я здесь и сейчас прошу разместить меня в сфере Первотворца Вселенной и наполнить эту сферу всепобеждающим огнем любви. Также прошу создать сферу вокруг всего нашего канала, наполнить ее энергией всепобеждающей огнем любви. Также прошу создать сферу вокруг всего рода человеческого и наполнить эту сферу всепобеждающим огнем любви. Также прошу Первотворца Вселенной создать сферу вокруг всей галактики Млечный Путь и наполнить эту сферу всепобеждающим огнем любви. А также прошу создать сферу Первотворца Вселенной и наполнить эту сферу Вселенной всепобеждающим огнем любви. То есть практически у нас как матрешка, сфера в сфере. У каждого человека планеты Земля восстановится взаимосвязь между телом, душой и духом.